28-летняя Нино Нинидзе решила порадовать мужчин откровенным снимком. Кадр восхитил 42-летнюю актрису Кристину Бабушкину. Последние выходные зимы дочь звезды фильма «Небесные ласточки» и Нинидзе проводит в Санкт-Петербурге. Вместе с любимым мужчиной, 47-летним Максимом Виторганом, актриса побывала в музеях северной столицы. Парочка также совершила выход в свет с друзьями, Александром Цейпкиным, Оксаной Лаврентьевой, Ольгой Сутуловой и другими артистами. Они посмотрели пьесу «Балет «Три товарища», которую поставил Юрий Смекалов по совместной пьесе с Цейпкиным. После посещения театра Нино и Максим вернулись в свой гостиничный номер. Компанию им составила Аглая Тарасова. Звезда фильма «Лед» потанцевала вместе с Нинидзе под песни Земфиры. Сегодня Нино опубликовала откровенное фото. Девушка в сарафане приняла сексуальную позу, обнажив грудь. Для усиления эффекта певица сложила губы уточкой. «А мужчины, мужчины», написала Нинидзе. Одной из первых на снимок отреагировала звезда фильма «Духлесс 2», «Млечный путь и о чем говорят мужчины». Продолжение Кристина Бабушкина. «Красивучая, зараза», воскликнула актриса МХАТа имени Чехова. Нино ответила ей влюбленным смайликом. Фолловеры подхватили восторг Кристины. «Штабеля, укладывайтесь. Красота невероятная. Необыкновенная, шикарный сарафан, какая вы манкая, дал же Бог красоту. Дай Бог вам и счастье столько же», отметили подписчики. Недавно Нинидзе и Виторган отдохнули в Омане. Там Нино в бикини позировала для возлюбленного. Они также нежно обнимались в горах. Накануне актриса Наталья Рудова в микробикини поздравила мужчин. «Девочки хрупкие существа», отметила блондинка. А телеведущая Анфиса Чехова снялась полностью обнаженной.